какой-то домик, сказали к нему подъехать. Вон там вдали горы Байнаула. А, да? Ну сейчас туда же поедем? А вот это вот непосредственно мавзолей, да? И, видимо, Машка уже сюда. В конце 20-х годов, примерно в 1922-м, стоял дом Машхурсу-Пупеева. Потом, после его кончины, в 1931 году, где-то в конце октября, в начале ноября, он умирает, это период приблизительно, он скончался в этом доме. Дом потом со временем, вот когда уже Ашаршылкезова стала, голодомор начинается, здесь уже все люди, уже батрапки тыду ладянчака, а дома ничего не осталось. Уже гораздо позже, благодаря воспоминаниям его родного внука, который знал, он, который до 13 лет рос, жил в семье дедушки, воспитание на воспитании дедушки был. Именно этот внук показал, говорит, а там и ос живет труда. И в 2006 году, когда вот этот вот новый мавзолей построили, вот он, мавзолей отсюда хорошо просматривается, когда его поставили, мавзолей, в 2006 году поставили на этом месте и вот этот вот дом. Это новодел. Музейщики это называют новоделом. Но самое интересное здесь что? Я уже говорила, что Машхурсу-Пупеев объездил практически всю Казахскую степь. В 1907 году, когда он в городе Казани выпускает свои три книги, сегодня мы с вами увидим полноценные копии этих трех книг. Например, одна из книг «Сарыарка Кындыки Кендыга». Кому принадлежит Сарыарка? И вы знаете, вот более 100 лет назад Машхурсу-Пупеев писал о той же проблеме, которая сегодня актуальна и в современном Казахстане. Это проблема земли. А тогда проблема земли в каком плане шла? Когда сюда переселенцев из России отправляли, то самый смак, самые хорошие угодья отдавали русским переселенцам. Казахам забирали у них исконные пастбища, и им негде было пасти скот. То есть в этой книге, кому принадлежит Сарыарка, она уже носит своим названием бунтарский характер. Выходит указ царского правительства об аресте Машхура Юсуфа Пупеева, а все книги 1907 года издания, они все в буквальном смысле слова подверглись уничтожению. Даже сам автор ни одной такой книги не смог получить. Но эти книги, благодаря Каныше Монтаевичу Сатпаеву, сегодня хранятся в библиотеке редких книг и редких рукописей при Министерстве образования и науки. Буквально недавно буквально недавно, когда у нас Министерство просвещения, образования отделились, сейчас поднимается вопрос о том, чтобы этой библиотеке редких книг, редких рукописей, там огромное количество уникальных изданий находится. В свое время Каныш Имантаевич Сатпаев для этой библиотеки редких книг, редких рукописей велел построить, когда он руководил Академией, он велел построить шикарную шикарное здание, которое, знаете, наравне с бомбоубежищами. То есть оно любой удар должно выдержать. Но, к сожалению, в годы, вот в демократические первые годы, в 90-е годы, каким-то образом эти здания все оказались в частных руках. Сейчас в Алмате у вас в этом здании, говорят, три ресторана, даже гей-клуб там. Вот где это? Я читала, в Алмате. Нет, а где находится? Недалеко от Академии. Курмангазы, по улице, да? Курмангазы. Даже гей-клуб, оказывается, там есть. Где Академия наук? И вот, да, да, где Академия наук. И сейчас поднимается вопрос о том, чтобы обратно... Уже давно подвальное помещение. Сейчас обратно ведется разговор о том, чтобы государство выкупило и обратно вернуло. Вот если ғұлама такой, как Каныш Имантаевич Сатпаев строил, значит, он знал, для чего это строится. И вот Каныш Имантаевич Сатпаев в 1949 году в составе... В составе научной экспедиции, литературной экспедиции по городам севера Российской Федерации он отправляется в экспедицию. И вот в один из северных областных библиотек, когда он приезжает, представьте, заходит импозантный, красивый Каныш Имантаевич. Я нашим библиотекарям говорю, там, наверное, бедные библиотекари чуть сознание не потеряли от его вида одного, да? И вот, чтобы его чем-то удивить, этого молодого, красивого академика, библиотекари, да, и показывают ему две книги. Каныш Имантаевич, когда их увидел, он просто потерял.
потерял дар речи. Дело в том, что он получал первоначальное образование у аульного муллы, знал арабскую графику, читать умел. И он видит, что перед ним нечто иное, как две книги Машхуржи Субкупеева, Сарарка Кыртыке Кендега и Тірлікті көп жасағанда көрген тамашамыз. То есть то хорошее, что мы увидели в течение долгой нашей жизни. А он знал, что три книги были выпущены в 1907 году. Но он все это время, пока экспедиция там находилась, только эти книги он просматривал. Ну и библиотекари решили красивого академика, как бы видя его заинтересованность, он, видимо, ими перевел, рассказал, о чем речь. В библиотеках есть такое понятие, как дополнительный резервный фонд. И по одной из этих книг Таныш Имантаевич привозит. Третью книгу «Хал-Ахуал» он уже находит гораздо позже. И благодаря Таныш Имантаевичу Сатпаеву вот эти рукописи, книги, изданные Машхуржи Субкупеевым, они вернулись. Сегодня, когда мы в музее будем, я могу и про это забыть. Все три книги – полноценные копии на правах рукописи, на правах оригинала, мы называем музейчики. Если бы мы сделали бы муляж, это была бы первая, последняя страница, а мы сделали полноценную копию. Когда полноценную копию через наших коллег-библиотекарей делали, они говорят, ну мы не можем вам один в один вывести, один в один узбеки могут нам вывести. Они говорят, давайте нам, мы вам выведем, но им же надо дать электронную версию. Электронный формат дашь, это уже будет национальным достоянием республики Узбекистана. И они говорят, что нам делать? И внук говорит, ничего узбекам не отдавайте, делайте так, как вы можете. То есть надо состарить эту бумагу. А старят бумагу, знаете, самым простым дедовским способом. Чай, заварка и все. Вот состарили, но наши любые принтера, которые могут распечатать в том формате, который нам нужен, да, они не берут бумагу, если по краям нету вот этой вот белой окантовки. И вот выпустили эти книги, все три книги нам полноценные копии сделали. Когда смотришь, видно, что это копия. Но мы и в этом музее мы не претендуем на то, что это оригинал. Их, если по одному экземпляру, и то в Академии наук хранится, то мы всем говорим, это полноценные копии на правах рукописи. Есть такое понятие у музейщиков. И вот вы там увидите, что все три книги написаны. «Хал-Ахуал» 1907 года издания. А на самой книге на первой странице написано 1912 год. Здесь ошибки нет. Первоначально эти все книги в 1907 году были изданы. А он издал их в издательстве братьев Кусаиновых в городе Казани. Сразу же, как только эта книга вышла, на нее запрет арестовать бунтаря Юсуфа Купеева, выходит указ. И Машхуржи Суб, для того, чтобы не попасть, если он вернется в родные края, он попадет в тюрьму. Поэтому он начинает, он брюлемында жазад, Машхурдын стебежген коян шығын гарандар, сонау жайып кадин, орстын мужиктарна дейін барды. Смотрите, говорит, как хулиганит Машхуржи Суб, он до Урала, говорит, дошел до русских кулаков на Волге. Он до Волги самой дошел, жайып кадин барды деп жазад екен. И что интересно, он долгие годы не возвращается, но он не просто путешествовал, он собирал произведения образцового народного творчества, он собирал богатейший этнографический материал. И вот на сегодняшний день собранные им труды казахского народа, он так и назвал мес. Я уже говорила, да, мес изготавливается из козьей шкуры. Почему мес? По мере того, как я собираю произведения моего народа, я собираю историю моего этноса. Так говорил Машхуржи Субкупеев. Но теперь вернемся к последним годам его жизни. В 1930 году, проживая именно здесь, вот в километре от своего дома, он увидел вот эту вот, он обозначил эту сопку. И на этой сопке каждый день, это вот если пешочком пройтись, один километр. И километр, может быть, чуток больше. И вот он туда направлялся всегда, каждый день смотрел за тем, как строится мазар, в котором должно покоиться его тело. Мы сейчас с вами, когда туда приедем, там народу очень много будет. И в самом мазаре, мавзолее будет много народу. И в музее, наверное, будет много народу. Есть моменты, которые вы уже как бы... Я уже вам уже пытаюсь вот донести, чтобы... Когда человеку с бухты-барахты говоришь, человек не успевает эту информацию переварить, и кажется, что это мистика, это сказка, это какие-то домыслы, которые мы могли сочинить. Дело в том, что в 30-м году, как он и велел его тело, он говорит, мое тело не хороните, тело положите в этой подземной комнате мазара. А в 1931 году, когда он скончался, скончался он в этом доме, в доме, который стоял на месте этого дома, так правильнее будет. И когда он
как он и завещал, его тело не стали хоронить, его тело положили в подземной комнате мазара. Своим оставшимся в живых к тому времени сыновьям он сказал, она на тахратном жил на обряд, как и редко на острову Трастали. То есть обряд омовения совершать и, да, и менять саван. И этот, это неукоснительно выполняли потомки вплоть до сентября 1952 года. Как он и предсказывал, 21 год тело его лежало нетленным, будучи не захороненным. В 1952 году в газете ЦК КПСС «Правда», она выходила на весь Советский Союз, выходит большая такая разгромная статья «Критика деятельности ЦК Компартии Казахстана». И там ни фамилия Машхоржусупа не указывается, ни область не указывается. Более того, там во множественном числе пишут следующее, в буквальном смысле слова. В некоторых областях Казахстана места последнего погребения людей используют в целях религиозного одурманивания народа. Это действие к нашим местным властям. К нашему великому сожалению, в сентябре 1952 года было принято решение разрушить этот мазар. Когда приехали власти, они это все делали принародно. А в советские времена, помните, если человек не работал, он тунеядец, могли его на принудительные работы. Тунеядство в бою у нас всегда был. Каждый должен был работать. И вот в тот период, когда все должны были работать, именно со всех окрестных аулов, вот аул Карасу, через который мы проехали, без Кауга, дальше там небольшие аулы были, Каркаралинский район в этой стороне, Баянаульский район, со всех аулов людей привозили на полуторки, чтобы показательно при всех поставить точку в этом вопросе. И люди, которые отовсюду приехали, они все, знаете, с таким суеверным страхом говорили, «Аруак кокол тигзигу болмайт, ешкем болмайт» деп. Машхоржусуп Көпеев сам говорил, «Аруакты корлаган адам 7 жылдан кейін жүйкесі тозат» деп. Жүйкесі тозат деген, это нервная система будет нарушена. Но, к сожалению, наши власти этому, в общем-то, не прислушались, потому что считали, что это место – место паломничества. Ну вот я в своем детстве помню, что мы в Алтайском крае жили, и если же заболели, бабушка собирается, как Казахстан говорит, нам казалось, что она куда-то чуть ли не за границу в какие-то страны уезжает. Она приезжала, и вот она всегда привозила, помните, в советские времена мужские носовые платки были, их можно было на голову навязывать, большие такие, да? И вот в этих платках завязанные, вот камзолдың қалтасында у нее всегда вдруг помнишь, песок был, живот у тебя заболел, голова заболела, зуб заболел, она что-то шепчет, да, дает попить, и засыпаешь, и просыпаешься абсолютно здоровым. То есть люди сами верили, люди сюда, они, айтой, меном, джаткан джерме, адам заттен, изэйш, кашанда сумма. Действительно, человеческий след никогда не оставал к месту его последнего пристанища. И вот когда начали разрушать этот мазар, люди начали в панике, в такой, знаете, небольшой такой плач, такой страх вот витал, да, от того, что собирается власти сделать. И в какой-то момент, когда вот переднюю комнату разрушили, а его сын, Мухаммед Фазл, младший сын, он говорит, зачем разрушать мазар? Он особо, ничего такого нету, басну кутырымызга, мало место идет, это же человек. Давайте, говорит, вход во вторую комнату просто-напросто замуруем. Но с этим власти не согласились, и они решили все сносить. И вот когда вот эти бревна стали поднимать, чтобы вынести его тело, а перед этим, за день до этого, Мухаммед Фазыл сумел вытащить вот этот коктас, знаменитый коктас, просто они вытащили наружу. И вот когда власти решили вот эти бревна убрать, чтобы спуститься вниз и тело вынести, в этот момент все присутствующие говорят, такое ощущение, как будто эти бревна кто-то подпалил. Оно все вниз рухнуло, тело осталось внизу. У народа тут началась такая паника, истерика. В общем, кто куда начали разбегаться, и вот никто даже пальцем не прикоснулся. Все люди в таком паническом ужасе, в паническом страхе были. Но власть все свое дело довершила, к нашему великому сожалению. И самое ужасное, что начиная с 1952 года по 1954 год, семья его младшего сына Мухаммед Фазыла, которые проживали вот тут, вот 14 километров, аул Жаназол, там прямая дорога отсюда идет. Вот они, живя в этом ауле, они оказались в таком информационном вакууме. Вот, допустим, они идут по улице, навстречу сосед, с которым он с детства вместе рос, ни один пуд соли съел, да, он может перейти на другую сторону, как будто тебя не видит. Народ настолько
оказался трусливым, народ настолько боялся репрессий. Ведь Мухаммед Фазыл, младшего сына, который почти 29 лет проработал учителем начальных классов, был за этот свой многолетний педагогический труд, был награжден орденом Ленина, даже эта высокая правительственная награда не спасла его от тихой репрессии. Его просто-напросто отлучили от любимого дела, ему запретили преподавать. Но ему же надо растить детей, надо растить, кормить семью, и он вынужден был то устроиться где-то сторожем, то почтальоном, точно такой равной, такой неквалифицированной работе он всю свою жизнь до конца жизни так и проработал. И вот что интересно, народ 2 года, как будто бы семья рассказывает, говорит, брюдем бр целемнанул мэсэм, бр серенький срайл мэсэм, даже кусок хлеба не попросишь, там спичек не попросишь, ты заходишь к ним, они как будто тебя не видят, настолько люди боялись, что вот эта вот репрессия может их коснуться, что вот они с детьми опального поэта общаются. Да, да, да.
построила эту экспозицию, поэтому знает все тонкости и хитрости. Ну вот экспозиция, это уникален по своей сути, прежде всего тем, что вот когда мы ездим по сакральным местам во всей республике, очень редко можно встретить именно на сакральном объекте музей, который касается конкретной личности, и в частности музей, который будет полон музейных оригиналов и экспонатов, касающихся жизни и деятельности конкретного человека. Правильно делаете, можете сесть, сидя, можно слушать. Стоя очень сложно слушать. А вот когда мы с вами были в доме музея Багаева, помните, вы фотографировались, я вам говорила, на этих сиденьях, их специально Дмитрий Поликарпович Багаев выписал. Да, дело в том, что вот Машхур Жусупкопеев, там джалзгана фотография, вот единственная фотография, на которой мы видим, вот Машхур ата сидит, рядом стоит молодой человек, Аллажар Абдразагулы и Жанда Абдраза Абдуржанова, только там кто тұрған. И вот Аллажар Абдразагулы, он учился в городе Семипалатинске, учился в педагогическом техникуме. Был человек образованный для своего времени, и он, как-то приехав, отец, неужели мы не можем его уговорить, чтобы он сфотографировался? Сейчас, когда время фотографии развито, потом наши же потомки нас не поймут, почему не сделали фотографию. И после многих уговоров Машхур ата поехал в Павлодар, и именно в том доме Багаева, в той самой фотостудии, он сделал фотоснимок. Вы даже фон видите? Вот этот фон, на фоне которого мы фотографировались. Оригинал этой фотографии, к сожалению, он хранился на стеклянных носителях. Стеклянные негативы в тот период были. Когда вот эти вот открывали, закрывали, там были стеклянные негативы. К сожалению, эти стеклянные негативы, часть этих стеклянных негативов, еще при своей жизни Дмитрий Поликарпович Багаев вынужден был уничтожить. Потому что это, если это касалось личности уже позже репрессированных, тихо репрессированных, как Машхур Жусупкопеев, над ним уже тогда самим висела угроза того, что он может оказаться среди тех, кто сочувствует врагам советской власти. И вот из этой одной фотографии сделали вот этот вот портрет Машхура Жусупкопеева. Мы там видим на его головном уборе перо филина. Вот медресе Кукльташ, в котором он обучался. Исабек Ишан, на котором я вам говорила, в районе реки Бастуза, находится мавзолей, где похоронены именно кожалар похоронены. Кожаларды когда хоронят, у них мазарларды кювесвар жаблат. Қожалардың бір ерекшелігі, білмеймін сіздер жақта қалай, біздің жақта қожаларды жерлейтін болса, төбесін кәдімгідей үйдің бар ғой, шатырын бәрін жабады. Неге? Жабылған. Не знаю, почему-то в нашем регионе таким образом хоронят. Мына жерде мінекі Мұса Шорманов, бұл жалғыз ғана одна единственная фотография Мұсы Шорманова. Человек очень известный в светских кругах конца 19-го, начала 20-го веков. Он был ага султаном Баянаульского внешнего округа. Именно его украли. Машхур ата, когда ездил, он всегда здесь держал свои рукописи. Вот он знаменитый кокран, можете встать посмотреть, знаменитый тот самый кокран, который принадлежал отцу Машхур Жусупкопееву, тот же Сара ата. И вот на унеса вместе с чехлом. Шит был чехол, куда-нибудь если переезжаете, едете, дорогу брать, можно было удобно в чехле. Еще один кран, этот кран... Абайдың әкесі Құнанбай қажы еще в свое время, когда он ездил Мекеге барған кезде, Мекеден бірнеше құран әкелген. Сол құрандардың көбі Семейдің өзімен енді сыйласы адамдарға, уважаемым людям, с которым он общался, Құнанбай қажы подарил. И вот когда в 77 году открыли этот музей, один из жителей города Семей, у которого в руках был Куран, который отец Абая Кунанбаева привез с Мекки, он подарил сюда в дар музею. Потому что он в других музеях он может затеряться, он хотел, чтобы он наравне был здесь, достойное место занимал здесь. 857 жылы деп, туған жылын қойған. Негізі Машхур Жусупкопеевтің қай жылы туған, біз нақты білеміз. 1858 жылы туды, 31 жылы қайтыс болды, яғни 73 жас өмір сүрді. Бізде үлкендеріміз қайтқан кезде бір жыл қосып қояды ғой, ол баланың іштегі уақытың. Сіз қазақша жақсы білесіз ғой, сосын орысшасын потом я... Айта беріңіз. 57 жылы деп қойған себебі, Машхур атаның бір жан деген не деген бір несі әңгімесі бар. Сол жан деген әңгімесінде айтады Машхур атаңыз. Жан деген не дейді? Жан деген дейді, біз демалған кезде біздің дейді қызылғанымызбен кіріп дейді.
денемізді бәрі аралап, деміп шыққан кезде қоққанмен шығады дейді. Медицину вспомните, вдыхаем кислород, аортальная кровь, потом она обходит, раздает кислород, собственно, венозная кровь, карака, кокан бошугады, венозная кровь. Сонда машкур атам айтты, жан деген неге, біз біреудің жанын қинаймыз дейді. Жаным, біреудің жанын сен қинамайсың, сен өзің жаныңды қинайсың дейді. Кейде қарап тұрасың дейді, әйелі де жап жақсы, күйеуі де жап жақсы дейді. Бірақ екеуі бір-бірімен тіл табыса алмайды дейді. Кейде қарайсың, түкке тұрмайтын салақ әйел, түкке тұрмайтын қолынан түк келмейтін еркек, бірақ екеуі тату-тәтті өмір сүреді. Сонымен дейді, жан деген нәрсені Алла Тағала дейді, адам баласының құрсағында, ананың құрсағында бала жатады ғой, 40 адам неден пайда болады дейді. Бұл Машхаратаның жазбасында бар. Адам неден пайда болады? Адам бір тамшыдан пайда болады. Уақыт өткеннен кейін ол тамшы үйіп қан болады дейді. Сосын 40 күнде ол жаңағы үйілген қан етке айналады дейді. Сол кезде ананың құрсағында жатқанда 40 күннен кейін Алла Тағала баланың маңдайына жазып үш нәрсені жазады дейді. Өмірі қанша болады, қанша өмір сүреді, бақытты бола ма, бақсыз бола ма, содан кейін соны жазады дейді. Маңдайына жазғаным бәрі сол кезде жазады дейді. Сондықтан мінекей мынаны 57 жылы деп жазған себебі жаңа анасының құрсағында 9 ай 9 күн жатқан уақытын үлкендеріміз қосады. Қазір мысалы 80-80-ден асқан кісілерге бір жыл қостық, бір жыл қостық дейді ғой. Оны неліктен қосады? Оны біздің үлкендеріміз кейде түсіндіре алмайды. Білмейміз, әйтеуір қосады дейді. Білмейміз, әйтеуір қосады дегенде біз оны түсінбей қаламыз, балалар оны түсінбейді. Ал ананың құрсағында 9 ай ол адам болып уже жаратылды. Алла Тағала жанды берді. Содан кейін Машхур атамыз айтады, жан деген не дейді? Жан деген дейді, бұл сенің мынау денеңде дейді. Деміңмен келеді де деміңмен шығады дейді. Енді қараңызшы, адам баласы өліп кеткен кезінде демін алмай қояды ғой. Демін алмай қойған кезде демін береді, соңғы деммен жаны шығып кетеді дейді. Жан деген ол дүниеде өздерінің жан ұясымен тұрады дейді. Сонда дейді, мысалы, ертең бала өсіп, ұл бала өсіп, қыз бала өсіп, екеуі кездесіп, отбасын құрған кезде, егер де екеулердің жандары ол дүниеде бір отбасынан болатын болса, олар бір-бірімен де тіл табысып өтеді дейді. Егер екеуінің жаны екі жанұядан болса, онда дейді, олар бір-бірін қинап өтеді дейді. Сен дейді, ер адам әйелін дейді, ұрып соғып, әйеліне жаман сөз айтып, әйелін қинаған кезде дейді, ол әйелінің жанын шығарып жатқан жоқ дейді. Ол өзінің жанын шығарады. Сен адам баласы болып жаратылғаннан кейін Алла Тағала саған ойлау қабілетін берді. Сол кезде сен біреуге қинаят жасасаң дейді, иә, жамандық жасасаң, сосын жалғыз өзің қалған кезде өзіңді өзің қабылдай алмайсың ғой. Сол кезде кейде өкінесің ғой. Сол өкінгенің сен өзіңнің жаныңды өзің жеп жатсың дейді. Сондықтан дейді, жан дегенде дейді, адам баласы дейді, жас кезінен бастап өзінің денесін күту керек. Қай жерің ауырады, жаның сол жерде. Қолыңды қысып алдың ба, жаның сол жерде. Құлап қалдың ба, қай жеріңді қанатып алдың, сол жерде жаның дейді. Сондықтан дейді, жан деген сен өзіңнің мына денеңді дейді, жақсылап күтуің керек дейді. Қатты қуануға болмайды, қатты ренжуге болмайды дейді. Өйткені ауырып қаласың дейді. Серуен деп уақытында тамағын ішіп, өзіңнің мына денеңді күтуің керек дейді. Сенің жаның осы денеде болады дейді. Жан деген нәрсе ол мәңгілік нәрсе. Ол дүниеге кеткеннен кейін біз мысалы аруақ деп айтамыз, аруақтарға Құран оқытамыз. Олардың жаны шығып кеткен деп айтады ғой. Міне, жаны шықты деген сол. Мінекей оған қалай сенсеңіздер де сенбесеңіздер де, осы медицина ғылыми көзқарастан жаңағы нақты діннің жолындағы заттардың бәрін бізге түсіндіріп айтып жатыр. Именно научным языком обосновывает в виде рассказов для того, чтобы мы все это понимали. Для любознательного читателя, который захочет понять, да, можно не спеша, хоть час, хоть два, Жаңа қажыман аға да айтып отыр, это все должно идти в гармонию. Но мы, когда о Машхур-Жусуф Көпееве говорим, в первую очередь мы говорим о нем как о великом светском ученом, крупный светский ученый, ұлы ғұлама дейміз. А вот в понимании в этом слове ұлы ғұлама заключается вся характеристика этого великого деятеля. Это был великий философ, это был поэт, это был историк, это был этнограф, это был непревзойденный журналист, один из первых казахских журналистов, которые писали одинаково грамотно, правильно, как на русском, так и на казахском языке. Дала Аллах эта газета. Если вы откроете эту газету, в каждом номере статья «Вести с места событий», какие-то филетоны, рассказы Юсуфа Көпеева. Это некто иной, как Машхур-Жусуф Көпеев. Он одинаково писал как на казахском, так и на русском языках. Еще один такой момент. Машхур-Жусуф Көпеев, его не всегда любили служители
как это не парадоксально, служители ислама не всегда любили. Ол кісі мысалы көрген, молдалар көрген кезде айтады екен, сен дейді Алла Тағаланың есімін пайдаланып отырып дейді, сен дейді Құран оқып дейді, сол үшін ақша алып отсаң дейді, сен Алла Тағаланың құлы емессің, сен Алла Тағаланың жауысың дейді. Сол кездің өзінде ол кісі бір ретінде Түркістан жаққа барады, мында батыс Түркістаннан бар ғой қыздар да, во всяком случае водите туда. Түркістан жақтан келе, сол жақта ел аралап жүрген кезінде бір ауылға келеді, бір ауылға келсе қаралы бір үйге келеді, жаңа жалғыз баласынан айырылып отыр екен. Атамыз кіріп көңіл айтады, сосын жаназасына қатысайын дейді ғой. Сөйтсе ана отырған ақсақалдар айтады екен, жаназасын қазір мына жігіт шығарады, біздің ауылдың молдасы дейді. Ол дейді ана қайтыс болған үйдің иесінің баласымен бірге өскен бала келді дейді. Сонда ол жаңа жаназасын шығарып Құран садақасына бар ғой, сау малы бие сұрайды. Саумалы биесі, әкесі оған дайын екен беруге. Сол кезде атамыз айтады екен, оны сіне деп айтады екен. Сосын отырады да, өзі кішкентай бір дұғаны, қысқа бір дұға оқып жүреді, бетін сипап. Содан кейін жаңағы енді жаназасы басталған кезде, жаңағы жаназасын шығарып жатқан жігіт, алдына не келеді, соны айтады. Басқа бір әңгімеге кетеді. Ешкім түсінбейді. Содан кейін атамызға, түгел атамызға қарайды айтады екен, енді біліп отыр ғой ол кісі бір дұға қайырғаннан кейін. Сосын атамыз тағы да дұғасын, тағы бір қысқа дұға қайырған кезде жаңағы молдамыз есін жинайды екен. Не болды, не болды деп, мен басқа бірдеме айтып кеттім бе дейді. Сонда атамыз айтқан екен, сен Алланың есімін пайдаланып отырып, өзің ақша тауып, өзің қалтыңды ойлап отырсаң, сен Алланың құлы емессің, сен Алланың дейді, жауысың дейді. Дискредитация ғой, конечно. Біз қазір қарап отырсаңыздар, мінекей білмеймін сіздер жақта қалай, бізде мысалы үйде кісі қайтыс болатын болса айтады, ана молдаға қанша береміз, олардың өнің бәрі таксасы бар. Ондай болғанда мәшһүрата ешқашан да ұнатпаған екен. Айтады екен, сен Алланың есімін пайдаланып табыс таппауың керек дейді. Не көрдіңіз бе? Өзі өте таза адам болған. Сондықтан бұл кісінің жаңа айттым ғой, 1931 жылы қайтыс болды, 1952 жылға дейін денесі бұзылмай сол алтында қайтқан. Біз Абсаттар қажы Дербісәлі, помните, Абсаттар қажы Дербісәліден сұрадық, неге ол кісінің денесі бұзылмаған деген кезде, ол кісі айтады, мен білмеймін дейді. Оны дейді Машхуратаның өзінен естіңіздер, өзінен оқып тауып аласыздар дейді. Ал енді ол кісі айтуға болушы еді ғой, діннің күшін көрдіңдер ма деп. Құранда жазылған, Құранның қағидасымен өмір сүрген, таймай жолдан, сол жолдан таймай өткен адамның дейді, денесі бұзылмайды дейді. Мінекей есть свидетельство ученых. Бұны біз осылай әңгіме қылып айтқан кезде кейбіреулер ойлайды, біздікі местные, что думают, что это наши какие-то сказки. Академик Шахид Чукин, академик Алькиха Каныш Маргулан были свидетелями именно этим фактом. Все, вы меня сняли, да? Артистов и так далее. Ладно. Завтра, по-моему, второй Юрий. Человек, которого... Будем, да? Там будет Юрий, там, красавчик. Они какие люди? Лошади, пас.